Приветствую, друзья! А хотите узнать, как может пенсионерка заработать 500 рублей за выполнение простейших действий? Кто я? Меня зовут Роза Азнабаева. Мне 65 лет, я в данный момент на пенсии, но я зарабатываю в интернете. И это, в общем-то, неплохой доход к моей пенсии. Я по профессии преподаватель, и, как никто другой, умею хорошо и доходчиво объяснять материал. Я это уже умею делать, и я вас уверяю, я смогу научить и вас. Какие же действия я выполняю? А давайте я вам покажу на компьютере. Смотрим. Итак, сейчас я покажу вам, как за несколько минут я сделаю вот такой баннер, за который мне заплатят. Для образца я возьму свое фото. Как видите, на фото мне нужно убрать фон, оставить только фигуру. Для этого я иду на сервис, где, загрузив изображение, я получаю через несколько буквально минут. Так, вот оно мое фото. Я его здесь открою. Сервис загрузит фотографию и тут же уберет фон. Все. Фигура готова. Дальше я ее скачиваю, сохраняю и затем в специальном сервисе я создаю вот такой баннер. Мне останется только придумать, какой будет фон, добавить текст и вот эти вот элементы. Как видите, я на эту работу потратила совсем мало времени. И давайте посчитаем. Мой заказ будет стоить 500 рублей. Мне за него заплатят. Если я буду делать всего один заказ в день, то есть зарабатывать 500 рублей в день, за месяц я смогу сделать около 30 заказов. А это около 15 тысяч рублей. Представьте, это же целая пенсия. А вот еще больше способов заработка я показываю в моем курсе «Денежное трио». Вопрос, кто же будет платить вам? А заказчиков в интернете очень много. Это и интернет-магазины, это бизнесмены, это онлайн-бизнесмены, которые проводят обучение, тренинги. Это предприниматели, которые в соцсетях предлагают свои услуги различные, продают свои изделия и так далее. Заказчиков очень много. Я предлагаю обучаться по своему курсу. Или самостоятельно, то есть без поддержки моей, тогда заказчику придется искать самостоятельно. Или же предлагаю обучаться с моей поддержкой, заказчиков я вам предоставляю. То есть все покупатели по такому варианту получают один месяц доступа к группе заказов в подарок. Группа, о которой я говорила выше, вот она. Здесь, как видите, есть постоянно заказы. Ну, например, нужен дизайнер, который самые простые вещи умеет делать. Иконки, посты, логотипы. Здесь, в этом заказе, нужен дизайнер, который сделает 3 баннера разных размеров. Как делать баннеры, я вам только что показала. Итак, вы еще думаете? Я жду вас на своем курсе «Денежное трио». Смелее подключайтесь.